внимание. Но до того, видели когда-нибудь в курином фарше вот такие вот ниточки белковые? Вот нам надо выбить белок, он образует спираль, которая будет армировать у нас. Но первое у нас армирует это жир, потому что он застывает при более высоких температурах. А второе у нас это вот именно вот это вот. Я уже перчатки. Нет, а это фарш потом делать. Они фарш, а потолок хоба прилипло, висит нормально. Ой. Вот так. А, я пошла. Я пошла.